света, что люди говорили. Клопы горят, а через четверть века два мудрых человека сидели за бутылкой хорошего вина. И говорил мне Януш, мыслитель и коллега, у русских перед Польшей есть своя вина. Зачем вы в 45-м стояли перед Вислой? Варшава погибает, кто даст ей жить? А я ему сначала, силёнок было мало, и выходила с помощью, нельзя спешить. Варшавское восстание подавлено и смято, Варшавское восстание потоплено в крови. Пусть лучше я погибну, чем дам погибнуть брату. С отличной дрожью в голосе